вами канал из СО. В этом видео я расскажу вам про наши ежедневные заказы. Давайте начнем с конвейера. Вот здесь у нас стоят заготовки для лоткового конвейера. Пойдемте дальше. На данном участке у нас уже конвейер изготовлен. Он служит для перемещения сыпучих веществ. Также мы в своих видео говорим о том, что мы выполняем витки самой разнообразной геометрии. Можем обратить внимание даже вот на такую. То есть все зависит изначально от заготовки. А вот такие витки у нас изготавливались на нашем станке гиганте ГП-100Т. Можете обратить внимание на его толщину. Данный станок гнет витки толщиной до 50 мм. Также наружный и внутренний диаметр не ограничены. В станке присутствует чипы управления, благодаря которому и получаются вот такие идеально ровные витки. Вот такой вот огромный винтовой конвейер у нас находится сейчас в работе. Наше производство изготавливает самые разнообразные конвейеры, транспортеры для ваших нужд. То есть вы можете обратиться к нам, наши специалисты просчитают и изготовят именно то изделие, которое справится со всеми вашими производственными задачами. Также здесь находится рабочая зона сварочного вращателя. Именно вот такие вот огромные витки приварены благодаря сварочному вращателю. Также у нас изготовлен заказ на витки. Посмотрите, какое их разнообразное множество. На данном участке у нас изготавливают винтовой конвейер достаточно внушительных масштабов, его зона загрузки. Сейчас происходит этап сварки. Можете поближе рассмотреть его, обратить внимание на то, как вообще происходит этот процесс. Очередной раз мы пробежались по нашим ежедневным заказам, посмотрели, сколько всего у нас разнообразного находится сейчас в работе, от конвейеров до различных витков. Поэтому оставайтесь с нами, следите за нашими заказами. На этом все. Все контакты находятся в описании к этому видео.